Мы едем в гости. Че сидишь? Ем. Будешь? Да. Это... Чокопай, помнишь? Да. Брат его. Кровный? Ну да. Пизда, иди пробуй. Тут. Я уже 6 штук сожрал, не могу остановиться. Пятнадцатого сентября тусовка в тематике героиновый шик. Хука Плейс, это не мой пост, тут так написано. Хорошо. Велкам бутылка игристого. Так. И фри кальян при заказе. Но, по-моему, если у тебя тусовка героиновый шик, то кальян должен быть с героином. Димка Григорьев. Очень-очень хороший мальчик. Никогда не матерится, слушает маму, каждое утро делает зарядку. Характер очень мягкий. Женат на твоей маме. Ебать! Я съебу! А к кому обращаться? А здравствуйте. 300 рублей. Туда-сюда. Туда, я понял. А можно нам один, пожалуйста, пакет тогда? Ты Кент, это Кент мой. Ты чем медведя не купил? Бля, ну 7 тысяч дорого. И вот уже неделю, как я отказался от электронных сигарет. Чувствую себя потрясающе. Спорт – жизнь. Ты такой спортсмен. Записывайтесь на мои курсы. Разминка ни в чем себе не отказывай называется. Одна сигарета сокращает жизнь примерно на 7 минут. А такая разминка, которую делаю я, добавляет примерно 12. Бессмертие, нахуй. Значит, ты в плюсе. У тебя полезный завтрак успешного флейвориста. Не, ну, как похвалить доширак? Пиздатый доширак. Охуенный доширак. Пиздатый клакс. В дошираке твоя сила и мудрость. Это Казахстан, да? Казахстан, да? Так, Слав, смотри. Вот. Мы дарим Славе презент. Ага. Только чтобы это был прям сюрприз, тебе надо закрыть глаза. Окей, и окей. Вот так вот вытянуть руки. Пожалуйста, пусть там не насрут на руки, очень хорошо. Очень надо. Ну хотя бы далеко, чтобы легко отмылось. А какой размерный ряд? Блядь. Чё? 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 Кулёк по размеру. Спасибо. Кстати, если на Ютубе люстро написать Краун Сапфир, 19-е видео по списку будет секс-знакомство, бодо или еще что-то. Оставь пока вот как а есть. Вот так было. Да, да. Дело, оставь пока по списку, сейчас подписку проведем. Давай. Бля, охуенно. Я что-то так разъебался с этой гудни.
Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья. С вами Любовь Кальяна Рок-н-ролл, меня зовут Трёха. И сегодня так вышло, что основной микс у нас гостевой. Это Слава, кальянный мастер вашей мамы, твоей, моей, лично всех, я так полагаю. Я не знаю просто, как правильно у тебя позиционирование. Поэтому мы сегодня вот в таком вот базовом ознакомительном гостевом формате сделаем два кальянчика. Мы сегодня вообще в Нижнем Новгороде по другим делам совершенно. И раз есть полчаса, мы решили, что почему бы и нет. Слав, мы снимали с тобой небольшой обзор. Скажи мне, ты вот как что-то тут придумал, я не... Рассказывай, что, блин. Слушай, я немножечко устал от ягодки-фруктики. Поэтому мы сегодня с тобой будем упарываться в пряности. Блять, у меня с тобой история есть. Я в эксперте катал смену. Угу. Что вроде там миксы, да, что-то интересное. Слава пришел. Тропик джус в оверпак сделай, похуй. Я такой, блядь. Возможно, там было чашек 20 в потоке, и это было типа, блядь, пойдет. Нет, это ты в плане у меня заказал. Это нормально. Тропик джус в оверпак. Я, к сожалению, животное, которое предпочитает корм из масс-маркета. То есть, типа, мне очень нравится. Животное, которое предпочитает корм. Корм. Ну, сегодня без корнов. Сегодня лесная тематика, лесные эльфы, очень много леса. Сегодня у нас будет очень много леса и деревьев. Я бы сказал, сегодня можно назвать микс бобротей. Потому что здесь... Бобра-курва. Бобра-курва, я пердоле. У нас сегодня будет с тобой хвойный аромат Пайнбери от компании Сапфир. У нас сегодня будет деревянная Супра. И у нас сегодня будет деревянный Байкал. А что, ты РДС последний смотрел? Нет. Сложно. Так. Все, наверное, будет... Газировочка с елочками, хвойная, слегка прохладная, кисловатая. Я не знаю, как для тебя сакура, но для меня это... Сакура или супра? Вот, в этом и вопрос. Для меня это цветущий... Бля, я забыл, как это называется. Что у нас цветет по весне, как это дерево называется? Ебана. Никакая это. Жасмин. Нет. Сирень, вот. Я не знаю, как для тебя супра, но для меня это сирень. Для меня это всегда было сирень. Курица это как сирень. А скажи, пожалуйста... От сатира сирень тебе как? Ласточка, вот это вот, да. Я не пробовал, слушай. То есть в соло, если не курил, то считай, не пробовал. У меня такая логика. Ага. Я не хочу утруждать логику наших зрителей и перегружать их информацией. Процентами? Да. Но знаешь, я тебе так скажу. Этого должно быть поменьше. Это должно быть в теле. И вот этого должно быть чуть меньше, чем тело. Сейчас. Подожди. Мы с тобой не будем. Ты просто не понимаешь, сколько будет всего табака. В этом вся проблема. Если тебе кажется, что уже много, то это даже не половина. Вот так вот, от души. Понимаешь, чем больше табака в чашке, тем больше табака ты продашь. Ёбаный сыр, блядь. Ты что, не из Одессы, что ли? Я просто представляю, где сейчас где-нибудь в Усть-Пердееве сидит кальянная, которая такая, так, 0,2 грамма, 0,4. Не, громовка, это вообще злая. Громовка залупа. Громовка она злая. Должна быть стандартизированная, и все остальное не имеет значения. Короче, но все-таки, чтобы те люди не говорили, а где проценты? Давай предположим, что вот это у нас в районе 20-30, вот это у нас в районе 50-60, и вот это у нас в районе 30-40. Ага. Как получится, как глаз ваш сделает, так и будет. И вот сюда просто калаут, да? Пока еще нет. Чтобы это у нас все было однородно, мы это жамкнем в лапку, пожамкаем в ручке, чтобы это все смешалось между собой. Возьмем чайную ложечку фрегатика эфемерно, вот так вот насыпем. И будет хорошо. Интересно. Что, Слав, у вас сюда? Я решил тебе показать вот Indian Stuff, который ты считаешь проходным. Ага. Который вот этот непонятные пряности, что-то там. Вот это вот. Ну, ты же проходняк же, по твоему мнению. Да, ну, типа. Да. Мы из него сделаем твист на Авзал. Интересный. Угу. У Авзала вообще-то они выпускают новый вкус, если ты не в курсе. Серьезно? До сих пор. Я помню, у них огурец был. Там есть такие разъебы, что никому из российских производителей даже не снится. Такая. Курага? Бля, курага... Зачем ты так про мою мать? Бля, мы с Ромой... Нет комментариев. Мы сюда ехали. Шутки про мать просто. Ты играешь в доту? Иду. Там такая псина идет. Бездомная, махнутая такая. Рома взял и не поздоровался со своей матерью. Сереж, у нас с тобой очень теплые отношения, оператор-блогер, я считаю. Ты все пропускаешь. Слава богу, что ты это не слышишь. Короче, основа чизкейк бёрновский. Как он тебе? Норм. Он харийный, клево для миксов, да. Короче, вот этот фиалковый зефир деусовский. Ой, он прекрасен. Он прикольный, но прекрасен. В миксах.
Тебе в соло не нравится? Потому что он мылит в соло. Если бы сказал так про жвичное вино, я бы согласился. С этим не соглашусь. Короче, Блэкберна процентов 30. Процентов 20 зефира. Да, мы вот сюда. Кремовый энергетик Чабы тебе как? Ой, слушай, я пропустил мимо ноздрей. Ой, ой, хорошо. И это крем-сода с энергетиком? По глазам бьет. Это что-то из нового? Да, это одно из последних, что у них выходило. Не чекал. Короче, его тоже процентов 20. 30, 20, нет, наверное, не хватит. 30, 20, 20 это сколько? Это 70? Ну и процентов 30, наверное, Indian Staff. Поверху? Да не, вот последний сектор, который остался, мы вот сюда его намажем. То есть тебе важны сектора, слои? Не, просто так удобнее. Ага. В данном случае так удобнее. Вот так тоже удобнее, я считаю. Да. Короче, в свободное место запихнули. Все, ставим коллауды и курим. Про меня так в роддоме, кстати, говорили. Ну, рассказывай. Я бы не хотел такое курить. Если у нас честный микс, то я какой-то... Что тебя смутило? Деревянная еботека какую-то я сделал вообще. Прям настолько? Какая-то хуйня вообще. А очень сбалансировано. Пиздёж. Очень холодно. Если вас когда-то попросят ассоциативный микс «Бой говна с мочой», то это потрясающее сочетание. Если вы думали, что вы курили что-то самое плохое, попробуйте это. Да не, на самом деле просто какая-то странная хуйня. Оно просто очень агрессивное. Очень я не могу курить, потому что это агрессивно. Ну, с твоей забивкой, блядь, вот это вот пермский отступ, про который я пермский рассказывал. Пермский отступ в цене. Касаточек что-то, конечно, здесь не в цвет. Объективно, объективно, пряно, деревянно. То, что, наверное, и хотел. Лесной, древесный, прохладный. Да. Ассоциация зимний лес, нахуй. Три на выдохе, девять на вдохе. Влево забыли, так мы не разогнать. Ну, короче, странная какая-то хрень, но прикольная. Но прикольная. Не, вот для тех, кто курит агрессивно, да. Для меня это слишком агрессивно, я такое не могу. А вот, да, девчачий. Зачем я это сделал, не знаю. Может ли это курить? Да. Все. Спасибо. Короче, у меня задумка простая. У Авзала есть ромасалай вкус. Это десерт с пряностями. Он сливочный, слегка вот это авзалово-панрасный, слегка панмасальный. Все это с корицей как будто бы. Вот такая вот история. Что скажешь в целом? Хотел сделать какой-то вот такой индийский десертик, мягенький, сливочный. Нижнятина. Нижнятина. Ну, девчачий такой, да. Я вот такой просто очень люблю. С чайком, когда думаешь про калории, засублимироваться отлично, отлично. Если его еще догреть, будет прям такая... А мне нравится, что он не разит. На контрасте с этим вообще хорошо. Короче, это был выпуск о двух курениях, об агрессивном и нет. А что забивать, как забивать? На канале есть больше 100 миксов, можете подобрать. Вообще как нехуй. Любые категории, напиточные, десертные, фруктовые, все, что надо, есть на канале. Также... У нас есть со Славой совместные ролики, я вам подсказанки вот сюда вот приделаю, вы можете зайти, посмотреть, там есть охуевшие разгончики, они которые ржачные. Прям очень годно скрасят ваше время. Спасибо вам, что посмотрели. Как всегда, курите кальяны, слушайте хорошую музыку и любите своих женщин. Пока-пока. Вот, кстати, там место есть слева от Бэхи, но там сплошная или прерывистая? Там? Не понимаю. Как будто можем проехать чуть дальше, развернуть. Как же ты хуй клал на ПДД? Ебать, ебать. Как мой акушер на нормальные роды, так же ты клал хуй на ПДД. Пиздец. С чего ты взял? А? С чего ты взял? Ты же сплошную хуйнул. Нет. ГАИ, если смотрите это видео, лишите, пожалуйста, трёхи прав. Ты охуел? Там прерывистая, ты чего? Ты охуел, где там сплошная? Вот полоска. Посмотри, она прерывистая. ГАИшнички. Родненькие. Один хендайчик гоняет такой, светленький, беленький. Ебашьте лишением, нахуй, пожизненно. Как же ему похуй, как же он не чувствует эти полосы. Ой, бля, еще для вида чисто залимпить решил, как он поставился. Типа, бля, я не поезжал в тошную. Там ладр. Димон, ты чё хасанишь? Как будто мы во что-то въебались. Да это, блядь, долбоёб вот этот вот. Конечно, по правилам ездит еблан тупой. Ром, бери, нихуя не вижу зеркало, потому что, блядь.
Роман, у вас все зафиксировано, видеофиксация происшествия. Какая там чего, блядь, какое происшествие? Да ты въебался в сарай, блядь, какой-то. Да в какой сарай, там бордюр, блядь, что ты орёшь? А, это бордюр? Ну, в бэху нормально будет. Не, в бэху нахуй. Обычный ходит. Во, нормально. Ром, ничего обещать не буду, но я попробую. Я отсюда без гуся не выйду, понял? В натуре. Это нормально или что? Смотря для чего. Бля, приклеили. Что? Что? Ну, ребята, ты чё? А это записано? Да. Забавно. А, всё. Ты видел этот прикол? Да. Ропал. Бля, нет никаких призов, если вот. Вот. Пососи, пожалуйста. Тут только если 20 целей победить. Ты хочешь упороться, да, походу? Ну, если что, я попал в синюю, она не упала. Ты это не видел. Нет, да, здесь я попал. У тебя записано? Да. Тогда ладно. Комментируйте, пожалуйста, свои выстрелы. Я купил чупа-чуп за 300. Ты тоже, Слав? Еще раз? Ты тоже, говорю, купил чупа-чуп за 300 рублей? Да, да. Не, мне купили чупа-чуп за 300 рублей. Ну, тоже пойдет. Ну, обидно, что попадаешь, они не падают. Прям обидно. Какие-нибудь блогеры там на 500 подписчиков смотрят, вот Слава охуел, чупа-чуп за 300 купил, блядь, и идет. Еще недоволен. Ага. Трех. Коля, тот супостат нас наебал. Мы сейчас заходим, берем два девайса. Ты отыгрываешь, стреляешь чисто по мишеням, и я хуярю ему по глазам, хватаем уток и бежим. В упор, блядь. Там, блядь, прилет нахуй на 30 метров, блядь, как будто, дай бог. Ну, ты видел, как... На очередь перебал. Хватит насилия, мама, не расположен. А ты можешь еще попарь кошечек? Если ты красавец, блядь, братан, я ж тебе охуярю синуху. Агробиенов ожидает сырой перегной. Дальше, потому что я вижу голову. Я Дэнди, мама. Или основа без стиля, мама, жизнь. И ключики еще потерял, прикинь, от дома. Че, мужчинки, иди, спасибо. Спасибо тебе. Все, до встречи. До встречи. Был рад видеть. Взаимно, взаимно. Кайф, поработали, Том? Пока. Кто ты похуярил? Стой, блядь! Два нахуй! Подожди, надо еще! Сука! Блядь!